Всем привет! Мы продолжаем снова играть в Undertale. Итак, этот кусок сыра лежит здесь так давно, что образ магическим кристаллом. Прикольно. Он прилип к столу. Понятно. О, Санс. Здорово. Я подумываю об открытии телескопового бизнеса. Обычно требует сколько? 50 же это, да? 50 миллионов. 50 монет. А, 50 миллионов монет. За использование этого премиум телескопа. Но поскольку мы с тобой знакомы, это бесплатно. Что скажешь? В чем прикол? А здесь охеренный бизнес. Только потом скажи, деньги не возвращаем, и вообще будет офигенно, зашибись. На Мальдивы поедешь. Давай откроем. А где Икс? Ты кто? Что такое звезда? Можешь ли ты ее потрогать? Нет. Можешь ли ты ее съесть? Нет. Можешь ли ты ее убить? Не знаю. Ты звезда. Нет. Что с моим глазом? Ладно, мне как-то пофиг. Понял? Должны быть цветы, да? А, этот кряк покажет, как сюда. Угу. Кряк ничего не по... О, шахта. Ты? Этот сундук для хранения ударных карт. Сейчас он пуст. Он, блин. Поле древних символов кто-то написал список из 21 вкуса. Ты? В шахте. Я перенес свой магазин, но тут до сих пор нет посетителей. К счастью, я придумал решение. Ударные карты. Каждый раз, когда покупаешь добрый мороженый, ты можешь взять карту из сундука. Если соберешь 3 карты, ты сможешь обменять их на бесплатное доброженное. Они точно заманят покупателей обратно. Доброженное холодно. Скажи своим друзьям. Мороженое спрятано в глубинах. Мы уже покупали. Мы уже это все делали, покупали. Нам больше не надо. Да, мы же купили, надеюсь. Инвентарь. Вот, у меня доброженное. Так, погнали сюда. Звонок. О, привет, это Папир. Помнишь, когда я спросил тебя? Та подруга, которая хотела узнать еще мнение насчет тебя крайне убийственно. Ну что ты, не беспокойся, человек. Папирус никогда не предаст тебя. Та девочка, ее зовут как? Айма. Ну, короче, она меня кокнуть хотела. А Папирус рассказал ей, как я выгляжу.
Ну тебе же немецкий бинт. Я должен сказать ему правду. Так что, разумеется, я сказал ей, что на тебе мерзкий бинт. Мне было больно говорить такую откровенную ложь. Но на тебе же немецкий бинт, но мне он. Она точно не нападет на тебя, ты будешь в целости и сохранности. Это было трудно, я просто хочу дружить со всеми. Надо было сказать ему правду, то, что у меня мерзкий бинт, это все. Сидор способен забрать эти вакцины. Не-а-не-а. Я не могу двигаться. Ты кто? Эй, там, смотрю, ты про... Годи здесь. Я Ниссан. А Ниссан, слышишь? Ты в водопарке. Ха, здесь круто. Тебе здесь не нравится? Ха. Да, мне тоже. Это мое любимое место. Если даже несмотря на то, что ты здесь становишься все мельче. И я уже сижу на самом дне, но... Эй, все хорошо. Это лучше, чем переезжать в город. Мне он не нравится. У него так... Он странный. Я же и жить в переполненном аквариуме. Аквариум? Не. Как... Сделали мои друзья. Это Санс и Папирус, да? Не-не-не-не-не. Точно не они. Ладно, дай мне пойти дальше. Я не буду уже читать, что он хочет. Хотя это не будет, слышишь, он дай им все же исправит, слышишь? Я уплыву отсюда из-за Львова океана, слышишь? Иди нахер. Эй, там это конец комнаты. Еще увидимся, развлекайся. В водопаде. Не, он мне не понравился. А эти чубрики мне не нравятся. Они только тратят здоровье. Северная комната скрывает великое сокровище. Человек может забрать душу монстра, ведь когда монстр погибает, его душа исчезает. А эти таблички, есть только одно исключение. Душа особого вида монстров называется монстр-босс. Душа монстров-боссов достаточно сильна, чтобы существовать после смерти. Лишь только несколько мгновений человек может поглотить такую душу, но это никогда не случайность. И никогда не случится впредь. Это статуя. У ее основания кажется сухо. Так. Пожалуйста, возьми зонт. Нет. А, ну ладно. Взять зонт. Взять. Взяли зонт. Ну, конечно, таблички.
А, кислотный, думаю же. Кислотный дождь. Ты, Йолтера, добыл зонт. Классно. Пошли. Ты не под дождем стоишь? Блин, Айдан такая крутая, она такая тупая. Она колотит плохих ребят и никогда не проигрывает. Проиграет еще как. Будь я человеком, я бы писался каждую ночь. Знаешь, что она собирается поколотить меня? Ага. Этот мелкий мне не нравится. О, однажды нам дали школьный проект, где мы должны были позаботиться о цветке. Король, мы должны общаться к нему. Мардримхуа пожертвовал своими собственными цветами. Он пришел в школу и рассказывал нашему классу о собственности и всем таком, что заставило меня задуматься. Йоу, как было бы круто, если бы Андайн пришла в школу. Это было бы самое худшее мой день в школе. Она могла бы побить всех учителей. Погнали. Возможно, она не стала бить учителей. Она слишком крута, чтобы быть невиновной. В общем, сейчас объясню, кстати, ребят. Видео будут выходить теперь... Нет, Теперь пока вас только ждет Undertale. И никаких прохождений, никаких больше игр. Только пока что Undertale. И теперь видео будут не по 40-30 минут, а по 20-10. Ё-моё. Эй, спешичок, куда мы идем? Что это за хрень? Возьми себе тоже зонт. Что делать? Йоу, этот выступ слишком высокий. Ты хочешь увидеть этот Андайн? Увидеть Андайн, да? Положи свой зонт и убирайся мне на плечи. Чё? Блин. Я хочу убить Андайн. А ты? Йоу, продолжайте вперед. Не волнуйся на мой счет. Я всегда найду, где можно пройти. Этот динозаврик велик. Он пожертвовал. Итак. Слушай. Приглушенные звуки дождя над пещерой. Вы наполняетесь. Ну а на этом у меня по Undertale не все. И про ту новость это вранье. Я хочу больше Undertale. И потому что так мы не скоро закончим Undertale. Видео такими видео. Так, это чё? Это она. Ну, здорово! А, ага. Я убегу от неё. Ха-ха. Думаешь, самая умная? Самая тупая в мире. Нет.
Похоже реально на этом все. Всем пока.